В России началась активная подготовка к крупнейшему молодежному событию года. С февраля 2024 года в Краснодарском крае стартует Всемирный фестиваль молодежи, в котором примут участие представители 180 стран. Это больше 20 тысяч участников. Сейчас подготовка к событию перешла на практический уровень. В России отбирают волонтеров, их потребуется 5 тысяч. Формирование будущего штата добровольцев идет почти в каждом городе страны. В том числе и в Барнауле. Категории 4 основных. Ага. Есть категории общего профиля. Центр подготовки волонтеров наш занимается именно отбором категории общего профиля. То есть это те волонтеры, которые не требуют, в общем, специальной подготовки, то есть каких-то специальных навыков. То есть таким волонтером, по сути, может стать любой человек, кто просто желает. Но также есть специальные категории. Это волонтеры безопасности. Те, которые будут помогать обеспечивать безопасность службами безопасности, они проходят отдельный отбор. Есть волонтеры-медики, ими занимается Федеральный штаб волонтеров-медиков, отбирает их. И есть у нас волонтеры-атташе. И хотя в Барнауле отбирают волонтеров широкого профиля, но качество и навыки у них должны быть на высоте. Дружелюбность, коммуникабельность, ответственность. Сейчас добровольцы из Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области, подавшие заявки, проходят собеседование. Я провожу диалог с кандидатом, выявляю его опыт. Причем не только волонтерский, но и в целом жизненный, чем он может быть полезен, как он ведет себя, допустим, в стрессовых ситуациях. Различные вопросы задаю, которые могут помочь правильно рекомендовать его на нужный функционал. Знание английского языка и волонтерский опыт на крупных мероприятиях увеличит шансы волонтера попасть в команду. А вот желание отдохнуть на фестивале снизит до нуля. Работать придется много. Волонтер – это тот человек, который помогает организаторам создать крутое масштабное событие. Это лицо мероприятия, потому что именно с волонтером впервые контактирует участник, и волонтер отвечает за настроение на фестивале или на мероприятии, ведь именно они создают атмосферу праздника, гостеприимства и отвечают за комфорт участников и гостей фестиваля. Именно тех, кто прошел отбор, будут известны к концу года. Тогда они станут командой и начнут обучение. От Новосибирской области отберут 90 волонтеров, от Республики Алтай – 5, а от Алтайского края – 20. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.